Хеллоу. Хеллоу. Какими судьбами? Как ты здесь? Анечка, ну я просто в шоке. Как ты меня здесь нашла? Я так мимо проходила. Так, присаживайся. Со съемки я. Со съемочки, да? Да. Слушай, а как ты меня нашла здесь? Ну как все-таки тебе удалось? Ты видишь, я тут спрятался в садике, видишь, да? Я тут спрятался почему? Потому что, вот ты, наверное, видела последние видео мои, да? Да. Вот эти кастинги открытые, да. Влоги. Сейчас же, после того, как мы сняли два последних клипа в Пандоре, да, скоро будет премьера. Пандора – это фотостудия. Сейчас новые романтические клипы планируются, грандиозные, там, с дорогой машиной, все. И подыскивается героиня на главную роль. И сейчас проходят эти вот кастинги, и меня просто достали уже. Девушки каждый день звонят, ты не представляешь, в каком количестве. Звонят, пишут, приглашают на свидание. То есть, понимаешь, и уже просто, я не знаю, уже караулят в огромном количестве. Я просто уже, ну, скрываюсь, нахожу какие-то такие тихие, уединенные места, чтобы отдохнуть от этих кастингов. Потому что там столько предложений, и секса, и романтики. А денег? Ну, знаешь, разные бывают случаи.